Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, Рождество, волшебное время наступило. Время исполнения желаний, причем самых заветных. Время подарков. И я вас всех поздравляю с этим просто громаднейшим, грандиознейшим праздником. Мне кажется, это самый-самый главный праздник для всех людей во всем мире. Христос родился, взял все наши грехи на себя и помогает нам в этой жизни жить, помогает бороться с тьмой, и, конечно же, свет обязательно победит. Я желаю вам всем счастливого Рождества, чтобы в ваших семьях всегда царил покой, уют, гармония, чтобы всегда было тепло, сытно, чтобы все были здоровы. И, конечно же, я хочу сегодня, чтобы в этот день у вас было много подарков, так, как в этот день у меня. Надо же такому случиться, что буквально за день до Рождества я получила посылочку от интернет-магазина «Ньюшик». Кто не знает, у меня с этим интернет-магазином сотрудничество. Я выбираю там товары на определенную сумму, они мне их высылают, я потом, если мне понравилось или не понравилось, показываю вам и рассказываю о них. Я знаю, что многие из вас уже воспользовались этим интернет-магазином, купили себе вот тот рюкзачок, который постоянно мелькает в моих видео. Ну а сегодня это просто бомбическая распаковка. Всего 4 товара. Это подарки для меня и для Анечки. Анечка, так что если ты там смотришь сейчас меня в гостях у папы, я сейчас покажу тебе твои подарки. Один из них я смогу продемонстрировать, это халат, а уж извини, пижаму будешь потом демонстрировать сама. Я ее просто покажу. Друзья, ну я просто в восторге от тех товаров, которые я получила. Один из них вы сейчас видите на мне. И сегодня будет дефиле, небольшое дефиле. Я вам покажу 3 товара на себе. Ну что, так случилось, что я пока не вяжу. Кто бы мог подумать, что я так долго смогу обойтись без вязания. А вот нет, наступило такое время. Могу. Могу, потому что в доме нужно создавать уют, комфорт. Не вяжется в таком доме, где нужно все переделать, сделать под себя. И чтобы потом, конечно же, уютно было сидеть и вязать, создавать новые шедевры. Не побоюсь этого слова. Но это все, конечно же, будет. Но на меня сегодня посмотрите во весь рост. Сейчас я вот показываю халат на себе. Такой халат-сюртучок. Друзья, как же он мне нравится. Я вам передать не могу. Эмоции захлестывают. Когда будет красивый дом, когда будет все на своих местах. Я уже представляю, как я буду в этом халатике, как мне будет тепло, уютно сидеть на кровати и вязать вместе с вами. Я знаю, что вы просите выйти с вами в трансляцию, ну, в прямой эфир, чтобы немножечко поболтать. Обязательно выйдем, и я обязательно одену. Это такой праздничный, согласитесь, но это вообще не похоже на халат. Но это, друзья мои, халат от интернет-магазина «Ньюшик». Не забывайте про ссылочки, которые будут под видео под этим видео в инфобоксе. И воспользуюсь, экономьте ваши деньги. Значит, в интернет-магазине доставка от какой-то суммы бесплатная. Ну и дополнительные скидки. Итак, друзья, сейчас переключаюсь на другую камеру, покажу все, что получила, так скажем, в разложенном виде. Ну и потом, конечно же, продемонстрирую.
штаны демонстрировать не буду. Не влезаю. Это Анечкина пижама. Очень приятная к телу, друзья, очень. Низ показывать не буду, потому что неэстетично. И вот такой вот Анечкин халатик. На меня налез, ну, конечно же, хочется немножечко пошире. У нее будет очень хорошо. Она брала L. Длинный. К сожалению, пока в нашем доме не хватает, куда развернуться. Выбрала более-менее самое эстетическое место. Как-то вот кирпичики. Но где уже более-менее красиво. Конечно же, хочется красоты, хочется продемонстрировать вам все, чтобы это было красиво, но пока вот только этот угол могу показать. Два карманчика, и поверьте мне, он даже ниже середины икры, то есть он такой длинненький и очень мягкий, просто суперский. В общем, друзья, я рада. Это настоящее Рождество с такими прекрасными подарками от друзей. Я уже давно сотрудничаю с этим интернет-магазином на постоянной основе. Анфия, привет, с Рождеством тебя! Вот, у меня очень хорошая менеджер Анфия, и всегда мы находим общий язык, всегда посылки приходят быстро, вовремя. В общем, я очень рада, что у меня есть такие друзья. Все, друзья, на этом я буду заканчивать сегодняшнюю демонстрацию. Немножечко покрутилась, похвасталась, выразила свои эмоции. Они меня, конечно же, переполняют. Конечно, не главные вещи в жизни, но они приносят нам тоже много тепла, уюта, комфорта. И, конечно же, когда они нам нравятся, а большую часть сейчас времени я провожу дома. Поэтому для меня это важно, и поэтому мне очень радостно от таких качественных, очень приятных вещей. Все, друзья, я вам желаю счастливого Рождества. Будьте здоровы, будьте счастливы. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова и интернет-магазин Ньюшик. Пока-пока.